Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле. Шкода Октавия. Проклеен у нас пол в багажнике. Проклеены задние арки крылья. Все тщательно прокатано валиком. Проклеили первым слоем двери. Показываем заднюю дверь. Слышите, у нас уже более глухой звук образовался. По правую сторону прокатали второй слой. Всего их будет три. Также проклеили пол в салоне. И проклеена первым слоем крыша. Смотрим дальше.